большой магазин. Идем смотреть о детской обуви. Вот она. Я так много здесь. Ага, хочу, что побить. Тебе нравится? Вот это. Вот эти нравятся. Надо посмотреть, какой размер. 32. Нет, мама, это маленький. Нам нужен 34. Давай посмотрим вообще, что есть. Вот такие всякие разные кроссовочки, да? Носки сначала. Теперь обувь. Да, точно твой размер? Мне кажется, что ты размер меньше ты взяла, чем твой. Вот эти серые я тебе принесла, это точно твоего размера. Боже, как давит. Давит, потому что ты размер взяла, не свой. Мы сейчас найдем твой, и я тебе принесу. А красивые? Давай, померяй эти серенькие. Они практически такие же, только чуть побольше. Так, возьму ножичку. Как тебе эти? Я вот чуть-чуть жму тут. Застегни. Не нравится тебе? Нравится. Если вам тоже нравится, пишите в комментариях. Я нашла вам сейчас примеру. Они на меня хорошие. Ну, тут чуть-чуть великоват. Мне понравились вот эти. Они красивые, и они мне очень нравятся. Пока я на них остановлюсь, куплю эти. Договорились. Что, спаковываем их в коробку? Да. Такие классные ложечки. Вот мы уже идем в машину. Обувь купили. Все купили. Довольна своей покупкой? Да, очень довольна. Видишь, пока намерили, уже и вечер наступил. Да. Мы купили не кроссовки, а мокасины почему-то. Ну, ты же сама их выбирала. Да, они даже красивые на меня как-то. Все, все здорово. А вам всем пока! И пишите в комментариях, и ставьте лайки.